important point here, the archives only charge by bank transfer. That involves commissions and unnecessary payments, which are a little bit too much of a burden. If you have a trouble like this, you might contact me privately and I'll see how I can help in your case. There's no PayPal in Belarus, unfortunately. To be more clear, the most frequently asked question or the most popular kind of request is a birth record from a church or a synagogue and the death record of the ancestor. And this would be the cheapest request, right? Ну, самым частым запытом является знайти посвящение об народжении, либо посвящение об смерти, либо посвящение об шлюбе. Это так само вельми такие частые запыты, але они уже идут там, ну, не до приватных неких доследчиков, а уже такие державные структуры, это пошук загинулых у другую сусветную войну. Альбо пошук репрессованных, тому что треба разуметь, какая ситуация была, что у Сходней Беларуси, это в СССР, особливо в 30-е годы, что с приходом сюды Советской армии в 39-м годе, когда великую участку так званых поляков свозили в Сибирь, когось на место расстреливали. Ну и люди хотят ведать, они ведают, что ну, альбо их вывезли в Сибирь, альбо расстреляли, и тут уже идут архивы КДБ, у которые потрапить вельми-вельми складано, или это вельми-вельми частые запыты, и тут уже треба морально и психологично быть подрихтованным, как просто их штурмовать, и, ну, и вельми часто это не дает, конечно, выников. И кладноведаешь, вот, ну, и взял, и поглядел, о, знаешь, что там, ну, плюс-минус, как бы, с математикой вообще было вельми складано, тому треба, когда дают, например, 33-й год, треба глянуть 3 года вниз, 3 года, на, 3 года вверх. Это так само ведь не важно. До речи, треба сказать. So basically a request for a birth, death, marriage record is not that simple after all, and it might be not necessarily very cheap. Одним из самых складанных за счет Запада заявляется не то, что семейное древо, а просто семья и семейная история. Потому что за счет до семейного древа прикладывается и текст, нарация, ну, которая все как бы прописывается, за каких кормиц это бралося, что зачем, где, кто у кого народился. А семейное древо, оно уже такой, носит элемент больше эстетичный, повесит на стенку, ну и, конечно, не заблыпится, потому что когда это вельми широкая генеалогия, вельми глубокая генеалогия, с тексту вельми, ну, вельми просто заблыпится, то кто до кого относился, кто у кого был братом, дедом, батьком, мати, ну, очень некто. Thank you very much for this. The next question is, the archives, state institution, a little bit bureaucratic, a little bit slow and everything. What are the major advantages to deal with them from your point of view? Плюсы звертания у архивы, они заключаются тем, что вам за конкретную сумму могут вельми-вельми кутко зарабить там некие такие одинарные запыты по пошуку посвящения об народжении, посвящения об шлюбе, посвящения об смерти. Архивы, по великому, они не занимаются такими комплексными, широкими генеалогичными доследованиями, они не пишут там историю роду, вот то, как преподносит это все, как бы, приватный доследчик. Вот. Плюс архивы заверяют копии на ксероксах с документов, альбо робить архивные доведки такие, которые можно выкористовывать уже для, ну, для неких юридичных справ своих. Это может быть там связанное с наследством, альбо за, ну, с некими иншими речами. So from what we see here with the archives, seeing people sending requests on a daily basis, it appears that a private researcher might be an alternative to a state archive. What is the advantage of dealing with a private researcher? Suppose it's a well-trained person, educated, and he knows what he's doing, or she. Plus, the work with private investigators заключается в том, что они больше берут больше широкий комплекс, объем документов, их куда больше возможности съездить в меньшие архивы, архивы не только Беларуси, а и других стран. Плюс это люди, которые, ну, вельми профессионально занимаются этим шмат, вот они ведают все эти подводные камни белорусской генеалогии, где, ну, где, ну, когда не знаешь, что в одном месте, они ведают, куда, где можно поглядеть в иншем месте, куда вот
архивисты, либо просто люди, которые без досвиду пришли в архив, начинают копать, и они вот, у них, наверное, думка не пойдет так, поглядеть именно вот этот комплекс документов. Вот. Ну, але треба разуметь, что сама белорусская система, она будованная так, что всю монополию на генеалогичные доследования у нас есть как раз и только у архивов, национальных исторических архивов. И в первую очередь я пораю, конечно, делать это все по нотариальной доверенности. Ну, заключается в том, что это коштует, это копейки, але это есть некая гарантия. And obviously the private researchers are more flexible and they do not necessarily observe Sundays, holidays when the archives just shut down and you won't hear from them for a while. There's another nasty feature of the status institutions I've been dealing with. These guys, when they send you a reply by post, they often say send you by post, a private researcher like Sergei, well, not necessarily Sergei of course, might scan the thing and email it to you or send you a photocopy of something, and that's much faster. When the state archive sends you a bill by post, conventional post, they always ask you for a postal address. It will reach you within a month, couple of weeks, and it's not 21st century thing, you should agree. When they send you a reply, the archive paperwork, all copied and duly verified by post, they won't tell you that they've sent it, and you'll be thinking whether my payment has reached them, whether the answer is coming, and that's not very flexible. Speaking of private researchers, there is there have been a lot of cases recently when people didn't deliver what they promised. Is there any guarantee, is there any way to ensure that the researcher is not fooling around and your money goes into your particular case, and what you're getting is not doctored, but is authentic stuff from the archives? Ну, коли вы все ж таки связались с приватным доследчиком, то у первую чергу, не первую чергу, а завсёды, самого початку вашей разговоры и вашей вот этой справы генеалогичной потребуете, как он робил копии, заверенные официально печаткой архива с оригинальных документов, что будет подтверждением того, что он ничего не выдумал, и это на самом деле документы, которые относятся до истории вашего рода. So now we are gradually switching to the discussion of a potential budget of a research. Since research is unpredictable, your chances are like in a casino. The budget might vary with all the logistics involved, hotel stay somewhere else, for foreign travel, visa cost, insurance and meals. There is no set price for a research, right? The budget might vary just incredibly from the case to case. Бюджет у этой справы очень непредсказуемый, потому что вам могут, например, сказать, это уже с практики, что ваша генеалогия, история вашего рода будет коштовать, умовно кажучи, $5,000. Але эти гроши может хапить, а может не хапить. Человек может это сделать еще на месяце, никуда не выезжающий, вам он скажет, что там. Выникнув, он сделал 10 этого счета в огромном объеме на $1,000. So to ensure against that, you have to ask him for verified archive copies from Vilnius, Warsaw, whichever places he claimed to have visited, right? Робить это доследчику не складано. Так. Это все робится вельми просто. Только что некоторые починают. Накручивает заламывает традиционно, да. Сергей, frequently asked question, is there any prospect in the near future for those papers in the National Archives in Grodno to go online? The archives scanning the papers, are they going to release the records or anything like that? Наконец, перспективу дистанционного вжитковых документов, которые находятся в Гродненском архиве, да, в Минском архиве, великую справу зробили мормоны, знакомитого штата Юта. Ось, яны оцифровали досить великую колькость метричных книг. В первую очередь, метричных книг костелу, потому что наилепше заховались частка синагог, частка церквов, православных и греко-католических. Ось, и некая частка навод ветеревийских казок. Тому на сайте familysearch.org
можете спокойно заходить и проглядеть это все до 1890 года. Частка оцифрованная с Литовского исторического державного архива, частка оцифрованная с Гродненского архива и частка оцифрованная с Минского архива. Сам архив, сами архивы они идут на таким накерунку, это оцифровки, но это вельми повольный процесс, и давать никаких перспектив и прогнозов, мне складано сказать, что будем чекать, ничего не остается. Waiting is all we have to do. Sergei, thank you very much indeed for this talk, and I invite everybody to join our Facebook group Belarus Family Roots if you have any ancestry in Grodno, or just if you have any ancestry in Belarus within today's boundaries, you're welcome to join and ask questions, and we'll do our best to help and navigate you to the shortest way to your ancestry. Thank you very much for watching the video. Press a like if you enjoyed and send the questions and join the group. Thank you very much. Best regards from Grodno.